В этом выпуске «Налегке» вырываемся в лето и яркими фестивалями для детей. Не переключайтесь! Всем привет! Представьте, вы приходите устраиваться на работу, а тут пахнет бельгийскими вафлями, со шашлыком, играет музыка, отличная погода и невероятно большой выбор профессий. Все это детская биржа труда, фестиваль «Букитс», который вот уже третье лето проводится в ботаническом саду. Что нового в этом году, узнаем, посмотрим и даже попробуем налегке. Поехали! Спиной инфоцентр, именно отсюда и начинается будущая профессия любого из детей. Сейчас мне выдадут ребенка, вместе с ним мы определимся с его будущей профессией на ближайшие несколько часов. Поехали. Вот Ваня. И Ване сегодня сколько лет? 12. 12 лет. Будем сегодня Ваню устраивать. Здравствуйте. Перед тем, как начать ходить по профессиям, по локациям, нужно выписать трудовую книгу на имя Иван. С обратной стороны трудовой книги есть список всех профессий, которые есть на фестивале. Вы ходите по профессиям, одна профессия, одна локация. На каждой локации стоит волонтер, который вам за прохождение конкурса ставит штамп о том, что профессия освоена, и выдает букитсы. Букитсы – это фестивальная валюта. Когда вы накопите минимум 10 профессий и минимум 150 букитсов, вы сможете подойти в пункт обмена и получить подарочек. А если вообще ни одна профессия не понравится, что тогда? Такого не бывает. У нас очень интересные локации. И локации даже с мусоровозом. Идет дети любят больше всех. Там можно потрогать мусоровоз, узнать, как он устроен, в нем посидеть. И рассказывают о сортировке мусора правильной. То есть, насколько я понимаю, более 50 профессий, поэтому по-любому что-то можно будет выбрать. Более 60. Более 60? 70. В общем, разберемся. Но самое главное, это что? Это руки и голова. Да. Сказал деньги? Деньги. Не надо все сводить к деньгам. Здравствуйте. Как ты сюда попал? Я приехал сюда на машине. С кем? С друзьями и с мамой. О, замечательно. Профессию приехал выбрать или так, на людей посмотреть, себя показать? Конечно, профессию выбрать, но я все обошел почти. А сколько здесь всего было локаций? Мне сказали, почти 60. Ну, я обходил, наверное, с чем-то 6, наверное. Какую профессию ты выбрал для себя? Футболист. Футболист – это не профессия, это призвание, согласен? Да. Если ты станешь футболистом, тебе не придется ни один день работать, и ты будешь получать за это бешеные деньги. Да. Но я хоккеист. А ты все-таки хоккеист? Да. То есть ты хочешь быть и хоккеистом, и футболистом? Да. Какая твоя любимая команда? Динамо Минск. И это правильный ответ. Здравствуйте, Татьяна. Привет. В этом году что происходит? Как изменился этот фестиваль? Это же уже третье лето профессии выбора, да? Да, да. Как изменились дети? Начнем с этого. Дети стали старше, и родители, и дети, они немножко подуспокоились. Если раньше они прибегали, такие, букитсы надо заработать. А сейчас они уже вникают в суть профессии, на площадках проводят больше времени. Это меня очень радует. Какие особенности в этом году проведения фестиваля? Мы ввели несколько новшеств. Одно из них – это вклад в образование. То есть ребенок, приходя на фестиваль, он может заплатить 10 букитсов за обучение в школе вождения. Он получает водительское удостоверение, которое дает право проходить площадки, связанные с техникой автомобильной. Второе новшество – у нас появились развлечения. Это площадки, на которых дети платят сами букитсы. То есть самые популярные с прошлого сезона мы взяли площадки и делали их развлечениями. И еще одно новшество – у нас появилась площадка благотворительность. И мы 2 дня дети собирали букитсы, туда носили пожертвования свои. Кто-то носил там 1 букит, а кто-то все заработанные деньги даже приносил, отдавал на помощь детям. И в итоге мы сейчас собрали все букитсы и подарили велосипед детям, которые из соцдеревни, да? Ну это же супер! Да, то есть получается в игровой форме дети на самом деле окунаются во взрослую жизнь. Да, верно. Привет,
Привет, как тебя зовут? Меня зовут Савелий. Савелий? Да. Как ты сюда попал? Меня папа отвез. Сказал то, что здесь типа профессии можно попробовать. Подожди. Сколько тебе лет? Мне 10. И папа уже пытается заставить тебя заработать первые деньги? Нет. И просто он сказал, это весело здесь, просто посмотреть, как это. Ну, ты согласен, что в воскресенье лучше не работать? Да. В воскресенье нужно отдыхать, правильно? Да. А в остальные 6 дней в неделю жить на дивиденды? Да. Это самая лучшая профессия? Ага. В этой локации не так много детей, но на самом деле именно эта точка собирает максимальное количество аудитории, правильно? Как так получается? Потому что здесь создают стримеров. Расскажите, как это происходит? У нас есть 3 активные позиции. Позиция оператор – это глаза всего проекта, который снимает, делает ракурсы, планы. Позиция комментатор, которого мы видим постоянно в кадре, а еще чаще мы его слышим. И точно так же самая незаметная профессия, но очень главное – это режиссер, который переключает планы, говорит начало эфира, конец эфира, всем руководит. Здесь мы можем попробовать себя в этих 3 позициях и узнать, что такое стрим, как он происходит. Притом не обычный стрим, а профессиональный. Получается, ребята могут прийти, одни будут играть, другие будут снимать, и кто-то транслировать, а кто-то комментировать. Да, все верно. Вадим, а кто такой неонатолог? Он обследует маленьких детей, там вот младенцев. Давайте придумаем имя ребенка. Вот, держите фломастер. Мальчик будет или девочка? Девочка будет. Девочка, отлично. Как назовем? Лидия. Лидия, прекрасно. Лидия. Так, рост. Смотрите, у нас линейка. Прикладываем малыша. Сколько тут? 29 или 30? Отлично, вес. Весов нету, но давайте напишем примерно. Килограмма 3, наверное, да, 3,5. Да, отлично. Температура 36,6. Пульс мы измеряем либо возле шеи, либо на руке. Где-то 110, наверное, да? Он же бледный. Нет. Бледный? Ноги синие. Ноги синие. 10 где-то, да? 10. 10. Пишем 10. Дыхание. Так, у нас тут специальный прибор. Измерим дыхание. Сколько там ударов в минуту? 50, наверное, или 45. Теперь осталось написать всю роспись, расписаться, как врач. Прекрасно. Отлично. Все. Держите талон, идите, получайте валюту. Я пришел поменять памперс. Вы прошли курс врача. Можем мне и памперс нужно, поменять. Мне нужно поменять памперс. Сколько тебе 30 лет, ты должен это отлично. Уметь. Вот новый памперс. Допустим. Да, допустим. Нет. Да. Меняем. И дальше. Да, вот так вот его прикладываем. Ложим паспорт, да, кладем. Так, прикладываем. Да. Вот так вот, с другой стороны. Все отлично. Все? Да. Поздравляю. Я в другую сторону сделаю. Ничего страшного. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Ирина. А вас? Стефания. Как красиво. Скажите мне, пожалуйста, как вы сюда попали? Вы знаете, мы заранее планировали, видели рекламу, и ребенку 5 лет, и хотелось показать профессии. У нее есть уже там список из 9, и мы хотели конкретно пойти вот эти стенды увидеть. Здравствуйте. Вы определились с вашей будущей профессией, или мама просто заставляет идти работать? Определилась. То есть до того, как пришли сюда, вы уже точно знали, кем будете в будущем? Я вам искренне завидую и рад за вас. И кем же? Парикмахером и певицей. Это замечательно. То есть в будние дни парикмахер, в выходные певица, правильно? Нет, все в один день. Это гениальная новая бизнес-идея. Может быть, это осуществим? Говорит, да. Да. Смотри, мы найдем еще 6 парикмахер-певиц. Вы станете директором и будете управлять этой певческой парикмахерской. Идет? Нет, все-таки будете работать руками. А как что-нибудь здесь, подарок какой-то получить или заработать? Молочный кисель, линейки и ручка. И как это вам выдали, за что? Нужно было стихи рассказывать, танцевать? Все делал. А, это папа? Папа всех купил? Это же стихи рассказывала? Да. Что дают за стихи? Подарок. Какой? Деньги. Серьезно? Где эта палатка? Мы уже туда бежим.
И расскажите нам, какой правильный стих рассказать, чтобы точно деньги дали. Жили-были два соседа, юдоед, приглашает на обед. Нет, не пойду к тебе, сосед, на обед попасть не худ, отнюдь не видя блюда. Вот именно на таких стихах и построена банковская система фестиваля, да? Я понял, спасибо. Так, это финальный пункт. Я собрал денежку и теперь могу ее на что-то обменять. На что? На всех собранных локациях вы собрали деньги. От 150 букицев вы можете получить маленький подарок плюс молочный коктейль. А от 300 большой подарок тоже плюс молочный коктейль. Ну и как у нас по соотношению? Сколько подарков забрали? Таких, таких? Больше маленьких скорее, потому что складывают сумму всех и на количество детей берут маленькие подарки. Ну еще не вечер, подождем, правильно? Конечно. Трехгранная церковь, платье Мерлин Монро, китайская ваза и фестиваль сирени. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. В 1747 году в центре деревни Своротвы построили деревянную униатскую церковь необычной архитектуры. Это было трехгранное сооружение с шатровой крышей, войти в которое можно было с любой из трех сторон. В 1823 году новый владелец этих мест Якуб Незабытовский на том же участке возвел храм из бутового камня, тоже треугольный, полностью повторивший архитектурные особенности предшественника. Сегодня эта необычная церковь не имеет аналогов ни в Беларуси, ни в Европе. Разноцветные стены из бутового камня чем-то напоминают крепостные. На макушке необычной трехскатной крыши возвышается треугольная башенка с шатром и крестом. В начале мая в Нью-Йорке состоялось гламурное мероприятие «Мэтт-гала-2022», целью которого традиционно стал сбор средств для Института костюма Метрополитен-музея. В этом году темой бала и его дресс-кодом стал позолоченный гламур, поэтому приглашенные звезды удивляли гостей образами из 2000-х. Ким Кардашьян на модную вечеринку надела легендарное голое платье Мерлин Монро, которое было выставлено в музее Рипли, а сшито в 1962 году дизайнером Жаном Луи. Именно в этом наряде блондинка спела «Happy Birthday, Mr. President» в честь 45-летия Джона Кеннеди. Таблоиды писали, что Ким Кардашьян сбросила 7 килограмм, чтобы влезть в платье Мерлин Монро стоимостью $5 миллионов. Но красовалась Ким в настоящем платье только во время красной ковровой дорожки. Затем она переоделась в точную копию платья. Уникальная китайская ваза 18 века, купленная в 1980-е годы за несколько сотен фунтов и хранившаяся на кухне, была продана на аукционе за 1 700 000 евро. Ваза высотой 60 сантиметров, расписанная серебром и золотом по темно-синей глазури, была создана в эпоху шестого императора Маньчжурии. При этом оценщики аукциона недооценивали экспонат и прогнозировали максимальную цену в 200 тысяч евро. Ваза принадлежала хирургу, который передал ее по наследству своему сыну. Оба они даже не догадывались о ее уникальности. То, что ваза на самом деле является исторической ценностью, выяснилось, когда ее случайно увидел специалист по антиквариату.
В середине мая в течение 10 дней в Рочестере, штат Нью-Йорк, проходит удивительный и уникальный в своем роде фестиваль во всей Америке. Это фестиваль сирени в Рочестере, который ежегодно притягивает к себе сотни тысяч любителей цветов. Фестиваль сирени в Рочестере проходит в парке Хайленд, который был создан в 1888 году. Благодаря своей искусной планировке, в которой участвовал Фредерик Олмстед, дизайнер Центрального парка в Нью-Йорке, Хайленд выглядит невероятно натурально и живописно. В 1892 году здесь были высажены первые 20 сортов сирени, которые происходили от кустов, привезенных в Новый Свет переселенцами из Европы. Сегодня тут растет более 500 сортов сирени. В течение 2 недель во время фестиваля проходят ярмарки, концерты, дегустации. Завершает все это действо 2 забега на 5 и 10 километров. На этом все. Не переключайтесь. Молодежи – крупнейший молодежный танцевальный проект на территории СНГ и Европы, который объединяет рекордное количество танцоров разных возрастов и направлений. Мы приехали на День хип-хопа, но в рамках форума проходит более 5 мероприятий – от соревнований и батлов до гала-шоу. Традиционно судить ребят приезжают именитые танцоры из разных стран. И этот год, несмотря на события в мире и всевозможные ограничения, не исключение, ведь танец объединяет. Не переключайтесь и танцуйте вместе с нами. Детей и молодежи проводится уже в 7-й раз. Но на самом деле это не новый проект, он вырос из других. До этого у нас было Scream Games Беларусь, до этого был просто чемпионат Беларуси. В целом чемпионат, который проходит в апреле во время весенних каникул. Спасибо. У нас начинался с одного дня, и начинался он 15 лет назад. Сегодня день хип-хопа. Вообще можно поделить следующим образом. Стрит-культура – это сегодняшний день и часть завтрашнего дня. Сценическое искусство – это эстрадный танец, народный танец, детский танец, современная хореография и так далее. Потом отдельным соревнованием у нас идут именно по современной хореографии. Это джаз, модерн, импровизация. Ну и вид спорта чирлидинг. Это основные соревнования. Параллельно с дворцом спорта проходят соревнования по восточному танцу, проходят соревнования национальных субкультур. У нас всегда оценивают лучшие мировые специалисты. В этом году это было наиболее тяжело, но нам удается. Есть гости из Латвии, из Эстонии, из Франции. В хип-хопе, естественно, это кроме престижа, это еще и фан. Потому что находиться на одной площадке с мировыми легендами всегда престижно и всегда очень интересно. Более того, завтра они будут соревноваться еще в более узком кругу во время батлов, когда все будут находиться в одном круге, и, собственно, разницы между танцорами и судьями не будет никакой. Для остальных категорий это немножко другое. Например, чирлидинг, для того, чтобы попасть на соревнование, которое будет проходить в воскресенье, им пришлось пройти жесткие отборы во всех областях, и только лучшие команды, которые победили на своих областных соревнованиях, попадают сюда. Современная хореография, чемпионат Беларуси – это отбор на чемпионаты мира и Европы. Поэтому в каждом стиле свои причины, но смысл одинаковый. У нас есть с кем похвастаться. Очень тяжело сравнивать с мировым уровнем, потому что, например, в хип-хопе существует огромное количество организаций, огромное количество мероприятий, которые проходят. И чтобы в одном месте собрались все самые лучшие танцоры, вообще невозможно. Потому что у всех свои направления в том же самом хип-хопе и свои категории, по которым проходят соревнования. Но наши танцоры выступают очень неплохо. Но и сейчас наши есть на призовых местах. Это было и в 2019-2018 году, когда приезжих гостей было гораздо больше, и было представление стран, естественно, тоже гораздо значительнее. Игорь, добрый день. Здравствуйте. Где находимся? Мы находимся в городе Минске, во дворце спорта, на очень прекрасном мероприятии «Неделя детей и молодежи». У вас такое очень устрашающее звание – судья.
Ну, оно на самом деле не устрашающее. Это, наверное, самое почетное звание, потому что мы направляем детей в нужное русло, то есть указываем тот путь правильный и детям, и руководителям, куда надо двигаться. На что опираетесь, когда судите? Ну, в первую очередь опираемся на тот стиль, который судим, те критерии, которые у нас есть. Судим не очень строго, потому что понимаем, что все-таки это дети, что надо давать оценку в перспективу, а не в то, чтобы ребенку показать, что он чего-то не может. Ну и в целом, чтобы ребенок добивался успеха. Танцор, это может быть профессия все-таки? Знаете, когда-то никто в это, наверное, не верил, на сегодняшний день – да. Может быть, в будущем это будет и профессия будущего, как сейчас IT-технологии, потому что все-таки творчество развивает людей более креативно и развивает мышление более как-то неординарно. Танец, он открывает в человеке много различных качеств, независимо даже от того, кто ты по профессии, ты можешь заниматься танцем, и независимо от этого у тебя все равно возникают какие-то мысли, какие-то новые решения, и этому на самом деле помогает танец. Ну и в первую очередь танец всегда помогает разрядиться эмоционально, то есть приходя в зал, иногда после сложного, трудного рабочего дня ты получаешь позитивную энергию и тем самым заряжаешься на новый день. Даша, добрый день. Здравствуйте. Вы к нам из Питера. Да. Как совершенно. Добирались? Очень быстро, с удобством и с комфортом. Вы судите хип-хоп, да, диско? Да, и современную хореографию. Вот диско, да, для меня, я уже сказала, это просто какие-то монстры, потому что когда они начинают прыгать назад, не глядя, но это всегда ровненько, мне кажется, они такие прям бойцы. Это точно. Спорт закаляет. Все-таки я диско отношу больше к спорту, но с элементами шоу, я бы вот так сказала. Приезжаешь и понимаешь, что как раз интерес посудить в первую очередь в том, чтобы понять разную школу, оценить разную школу в сравнении и, конечно, дать возможность танцорам посоревноваться друг с другом. Могут ли наши танцоры составить конкуренцию, допустим, на международном уровне? Является ли участие в таких мероприятиях престижем, да, или это все-таки для развлечения, как вот вы думаете? Нет, это абсолютно престижное мероприятие, и Белоруссия очень конкурентоспособная страна. Есть у вас, вот как для судей, да, когда смотришь и все-таки кого-то для себя отмечаешь, какого-то танцора, на которого делаете ставку, и потом, допустим, ну, следующее, да, какое-то соревнование, и видите, как он вырос внутренне, да, и как мастерство его отточилось. Ну, я скорее, наверное, не могу выделить конкретного танцора, скорее я выделю, наверное, пункты, по которым я ориентируюсь, да, это в диско, это, конечно, индивидуальность в первую очередь, но вкупе с техникой, потому что, конечно, у нас много танцоров, которые хотят, и это видно, которые горят своим делом, да, но кому-то чего-то может не хватать. Вот. А когда это все вкупе, то вот тут как раз и рождается чемпион. Ну, а в России проходят такие мероприятия? Вот целые недели, да, детей, молодежи, соревнования такого уровня? Так. Ну, недели уж не проходят у нас, но дня 3-4 тоже могут проходить, да, у нас есть крупные чемпионаты. Ну, я думаю, что все-таки танец объединяет, да, в скором времени границы откроются, да, и нас будут рады видеть во многих странах, не только в России, в Беларуси, да, и где-то в Европе. Я тоже на это очень надеюсь. Как ты оцениваешь уровень подготовки наших танцоров на соревновании? Я считаю, уровень очень хороший. Крепкая танцевальная школа. Ребята по-настоящему выносливые и очень сильные в разных стилях. Я действительно впечатлен. Что особенного ты даешь на своих мастер-классах? Я стараюсь указать ребятам направление для собственной практики. Сейчас, правда, очень много информации в интернете от разных танцоров, и детям легко запутаться. Я стараюсь направить их, дать какие-то упражнения, которые они легко могут использовать потом самостоятельно. Вдохновение и повторение за кем-то. Расскажи, в чем ты видишь разницу? Для меня копирование чего-либо стиля — это когда ты в точности повторяешь чьи-то движения по видео, например.
Это как стиль Майкла Джексона, который копируют многие. На мой взгляд, это не очень хорошо для хип-хопа, потому что если все будут просто копировать друг друга, хип-хоп умрет. Но когда ты вдохновлен кем-то, то ты берешь что-то лучшее от одного, что-то от другого, пропускаешь через себя, и это становится уникальным. Какими качествами и навыками должен обладать хип-хоп-танцор? Первое — это, конечно, свобода. Обязательно знать историю хип-хопа, основы, классику стиля, музыку, культуру. Ведь это не только рэп и танец, это и граффити, и диджеинг, битмейкинг. Ведь это настоящий стиль жизни. Он в каждой детали. Я живу хип-хопом, дышу им и умру за него.